Ребята, первое правило, когда едете куда-то с семьей, бросайте еще дополнительно час или два на их сбор. Ку-ку, привет! Ты собрался в дорогу? Да. А ты знаешь, куда ты едешь? Пока нет. Давай спросим у Кости. Костя, привет! Куда мы едем сейчас? Скажи мне, ты знаешь, куда мы едем? Да. Куда? Это кофе на миндальном молоке. Спасибо большое. Все, как я люблю. Когда царь Иван Васильевич Грозный собирался в поход на Казань, он сюда пришел. И первой постройкой на территории монастыря стал белокаменный Успенский храм, который построен в шатровом стиле. То есть его купол нам как бы шатер напоминает. Храмов такого стиля очень мало осталось. Здесь барокко вместе с классицизмом. Но за счет такого высокого статуса монахи жили очень скрыто, они к себе никого не принимали, поэтому под конец века 16 монастырь прекращает свое функционирование. От него вообще ничего не осталось, даже камни на камне, который бы нам напоминал о его славном прошлом. Куда прешь со свиным рылом в калашный ряд? Или попробуйте поймать водовоза. Но скажите честно, вы мыло носите с собой в карман? Нет. Нет. Кто носит?